Елена. Доброе утро. Ну, сегодня 2 октября пришел. Вот она чем занимается уже. Ребятишек в доме накормила. Теперь надо хозяйством заниматься. Вот он. Вот как поддает. Это он массирует вымя. Он же не понимает, что ты не вымя. Вот как. Ты с ним разговаривай, он твой голос, чтобы знал. Всегда, когда бываешь с птицами, везде говори. Гладь, скотина это все улавливает. Вот я захожу с голубями, разговариваю, приветствую, Христос воскрес, говорю, Бог вас любит. Вот он пришел, вот он ко мне подошел, к аппарату. Ну, ох ты, малый холостенький, а? Ну. Могу поросят еще показать. А, так он еще идет, он выпил? Да. Сейчас что будет? Поросят могу показать. Ну, давай, показывай. Пойдем. О, да тут индоутки. Вот она где узаконенная, говорит, беззаконие-то. Ни утка, ни индюк. Дверь не открывается. О, ой-ой-ой, какие. А почему они без матери здесь? Их обижали, и у них... Их много у матери, да? 13 штук было. Вот, ты сделай, разговаривай с ним, чтобы они с тобой бегали. Ниша. Ну-ка, подошел этот, подошел. Что он будет делать? Они не опрокинут? Надо в тазик. Ну, опрокинуть, ясное дело. Это должна быть корыца или что-то такое. Вот они. Это опрокинут, молоко будет вылито. Угу. Если не сегодня, то завтра. Видишь, он ногами уже залез. Ну, хорошо, найдем. В природе нету закона любви. Ну, вот, да. Выживает сильнейший. Этот больше, он его одолевает. Вон оно, на бок уже пошло. Должно быть, как маленькая корыца, чтобы они двое могли стоять. Того стоит. И закопать. Еще он отбьет. Разбьет, он вместе с корытом его отбрасывает. Вот оно как. А этот стоит тут. Чего ищешь? Ну-ка пошли. Ладно, закрывай. Вот в деревне как жить-то. Вот сейчас я пришел к Лёше. Так, тут надо закрыть. Да пусть открыто. Закрыть? Открыть. Открыто? Да, уже можно. Лёша, сейчас ты... Он звонил. Мне нужно, чтобы вы с ним были рядом. Зайдем в сенки. Ворам там встали на заре, нет еще? Спят? Спят. Ладно, да я здесь буду. Пускай выйдет.